Пелелиу завершилась в ноябре 1944 года. На 3 месяца позднее, чем должна была. Когда мы отправились на Окинаву, тот аэродром стал одним из главных наших преимуществ в этой кампании. Среди дислоцированных там войск были черные кошки ВМС США. Эти ребята были готовы пожертвовать всем, лишь бы не бросить нас на произвол судьбы во вражеских водах. Вижу. Ландри, устанавливай связь. Майор Гордон, обнаружен объект. Японское торговое судно без опознавательных знаков. Пункт назначения неизвестен. Вероятно, они поставляют снаряжение противнику на Окинаве. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Подтверждаю. Эти суда — часть вражеской боевой машины. Разрешаю открыть огонь. Конец связи. Вас понял. Лафлин, Лок, по местам. Начинаем наведение на цель. Открыть огонь! Нифига себе! Так, нет, назад. Ты видел этот взрыв? Давай, сзади турели, мы под пулеметным огнем! Торпедный катер потоплен! Пусть сам бегает. Радует. Баба! Черт! Они действительно позволяют снижение. Судно доверху набито боеприпасами. Вот она, палубе. Уничтожить их! Заходим на второй круг. Вас понял. Катер идет ко дну. Вы видели эту аркаду? Нихуя не видно, блядь. Иду на маневр. Все, держитесь. Ебать. Черт, чуть не погибли. Лок! Только не говорите, что мы потеряли пулеметчика! Он в порядке! На кой ляд торговым судам столько оружия? Важный вид, но у них груз. Нужно спускаться ниже линии огня артиллерии. Не могу как следует прицелиться. Понял. Они открыли пулеметный огонь. Избавь от этих драных ветеров! Они представляют наибольшую угрозу. Риск слишком высокий. Сворачиваем операцию. Нет, мы справимся. Первый двигатель дымит, торпедный катер выведен из строя. Вот это попадание! Лок, Лафлин, продолжать огонь! Стреляй по этим драным прожекторам! Лафлин? Ты понаделал дыр в этом катере! Японские катера! 90 градусов влево! Левой турели! Ты разнёшь этот катер на куски! Да, говнюк. Второй двигатель подымился. Наводи на цель, лоб. Есть повреждения, но они все еще на плаву. Постараюсь подобраться максимально близко. Пора завязывать. Это последний круг. Там.
Кажется, мы со всеми разобрались. О, да! Они идут ко дну. Отлично, Лок. Ты спас немало жизней на Окинаве. Здесь нам больше делать нечего. Набирай высоту. Возвращаемся на базу. Вас понял. На последнем заходе нас подстрелили, Бут. Подтверждаю, Хаммерхед. У вас тут второй двигатель задымил. По приборам пока не все критично. Думаю, мы продержимся, если больше не будет сюрпризов с противником. Вот черт! Капитан, мы приняли сигнал бедствия. Флот был атакован на пути к Окинаве. Они вызывают поддержку с воздуха. Половина кораблей уже идет ко дну. Как минимум один транспорт уже пошел ко дну. Ясно. Лок, задраивай под фюзеляжный люк. Мы спускаемся на воду. Отправляемся за нашими ребятами. Зеро, прямо под нами. Постарайся сбить как можно больше этих чертовых истребителей. Открывай огонь, Лок! Корабль с флотом. Скажи им, что японцы направляются прямо к ним. Прямое попадание. Нам приближаются Зеро. Быстро приближаются. 30 градусов слева. Ниже. Вот это попадание. Плохо. Теперь мы сами по себе. Ебнули, ебать, пока я спасал выживших, сука. Бля. Не останавливайся! Сейчас я катайту мою водички. Лез, чувак, заебал. Спасите меня! О, Боже! О, Боже! Ради Бог, пожалуйста! 90 градусов вправо! Выше! О, Боже! Зараза! Еще катера! 150 градусов вправо! Это черная кошка Мантарей 54! Флот уничтожен! Повторяю! Флот уничтожен! Многочисленные жертвы! Люди за бортом! Мы под обстрелом вражеских истребителей! Запрашиваю подкрепление! Андрей, от воздушной поддержки что-нибудь слышно? Сэм, молчи! Куда я могу?
90 градусов слева! Избавься от этих драных катеров! Проклятие! Где подкрепление? Нет ответа! Черт, нам надо уходить! Рано, Лапли! Мы не можем бросить всех людей! Слюдельные отродья! 90 градусов слева! Вытащите меня отсюда! Ради бога! Спасите меня! О боже! О боже! Блядь, вовремя! 150 градусов слева! 50 градусов слева! Осторожно! Слева! Испачь от этих драных катеров! Давай, блядь! Кто еще, блядь? Хоть бы падь ваш. А кто справа-то? Я не могу достать до них, я нихуя не могу сделать. Дерьмо, патронов больше нет! Левая турель без патронов! Путь, нам надо выбираться отсюда! Здесь кружит слишком много зеро! Молитесь, чтобы хватило запасов передней турели! Ох, у нас каждый патрон на счету! Я на покупку! BB-54, на связи Хэвэк, направляемся к вам, 90 градусов слева, держите текущий курс, мы со всем разберемся, возвращайтесь на базу. Андрей, подготовка к взлету, Лапсу, подлатай нас насколько сможешь. Бля, весь маленький флот потопили, блядь. Лок, молодец, мы спасли четверых. А сколько должны? Летим домой. Ну, лучше мне одного. Аллилуйя, твою мать!